кудаисты завоевали золото на первенстве мира по кудо, который прошел в японском городе Нагоя. В 2005 году, когда кудо только появлялось на Ставрополье, им занимались всего 2 человека. Сегодня число воспитанников выросло до 1000, и, конечно, ни один международный турнир кудо не обходится без молодежи Чемпионка Ставрополья. Чемпионка не чувствует никакого внутреннего противоречия между своей повседневной жизнью и таким необычным хобби. Я думаю, это все гармонично, потому что только благодаря тому, что все во мне в гармонии находится, из-за этого присутствует успех в работе. В общем, упорство, удача и, конечно, поддержка семьи. Впрочем, Федерация кудо – это и есть одна большая семья, в которой каждый может найти тепло и понимание. Клятва спортсменов, которые ребята говорят, что через изучение кудо мы стремимся воспитать силу духа и тела, развить гармонию интеллект, стать настоящей личностью и внести свой вклад в развитие своего общества. И пока хоть кто-то занимается этим, у отечественного спорта есть будущее.